друзья, я приветствую вас на своем канале. Хочу поделиться с вами потрясающими новинками, которые есть у меня в области ухода, в области антивозрастного ухода, для снятия раздражения с кожи, для питания и увлажнения. И это, не удивляйтесь, российская косметика, стоимость ее в районе 300 рублей, от 100 до 300. Это потрясающая косметика, о которой вы не знали, я уверена, и обязательно должны узнать. По какой причине стоимость настолько низкая? Просто потому, что здесь аптечная, простая упаковка, и производители не вкладывались пока еще в рекламу. Как вы знаете, стоимость бренда складывается в 90% случаев из стоимости рекламы. То есть то, что вы видите, может стоить копейки, но при том, что это было широко разрекламировано и вложены были средства, владельцы хотят обратно эти средства отбить. И таким образом увеличивается стоимость бренда, то есть бренд капитализируется. Говорю вам это как профессиональный маркетолог, послушайте меня, это правда. Итак, давайте посмотрим, какие же средства может производить наша российская промышленность в научно-исследовательских институтах на новом оборудовании. Это потрясающе. Начнем. Приступим к разбору. Что же я заказала и что же я уже попробовала? А попробовала я вот этот вот потрясающий концентрат, Coffee Tree называется. Эссенция у него действительно абсолютно молочная, то есть вот такая. То есть ее нужно совсем капельку, вот обратите внимание, да, такой носик очень удобный. Его нужно совершенно капельку для того, чтобы он потрясающе увлажнил и подтянул, и как бы чуть-чуть вытолкнул ваши морщинки, образовавшиеся уже, например, в области вокруг глаз, вокруг рта, то есть мы сейчас говорим о первых мимических морщинках, а также для глубоких морщин, то есть вашим мамам и бабушкам вы тоже можете его приобрести. Стоимость всех этих средств не более 300 рублей, но, может быть, 320-350. А средства такого качества я готова платить в 3 раза больше. Слава богу, этого не слышит компания Vix Cosmetics. То есть я умоляю вас, попробуйте, это потрясающие вещи. Сейчас я вообще думаю о том, что летом это самая лучшая косметика, которую я могла бы порекомендовать, уходовые средства, которые в действительности очень хорошо, глубоко питают, увлажняют вашу кожу. Потрясающий аромат это средство имеет. Совершенно у меня сейчас, вот я воспользовалась сегодня этим средством с утра, на лицо нанесла его, под глазки. У меня ощущение, кожа напитанная, такая увлажненная. Он слегка, чуть-чуть липковатое ощущение дает, но это все натуральные ингредиенты. Здесь нет, друзья, силиконов, поэтому по коже вот так все не катается. То есть это все чуть-чуть такой липкий след оставляет. Но аромат сумасшедший, ощущение, что я просто воспользовалась легкими такими приятными духами, кофейными, ваниль, айс-крим, то есть ванильное мороженое, кофейное, ну потрясающе, друзья, я очень счастлива, что я нашла эти средства. Итак, следующее средство для крем для век 40+, обратите внимание, да, это Бифидо Косметика, тоже этой же самой фирмы, Vix Cosmetics, у них есть серия с бифидобактериями, то есть с бифидодобавочками различными. Это антивозрастной бальзам против морщин. Здесь гиалуроновая кислота, понятно, но здесь различные масла, редкие масла, экстракты, в том числе петрушки тоже, которые снимают отечность и дают очевидный результат. Этот крем я пока еще не пробовала, но я вижу состав, именно по составам я и определялась. Он мне очень понравился, он вот такой скромненький, то есть вот в такой вот не идеально наклеенной этикеточке, и я рада, что именно он вот в таком виде, потому что если бы он имел супер-пупер упаковку, он бы стоил 1000-1500, а не 300 рублей, я уверяю вас. По составу эти кремы походят на, может быть,
самые дорогие зарубежные их аналоги с натуральным составом, но у них они стоят 1,5, 2 и даже 3 тысячи рублей и также хранятся в холодильнике с похожими составами. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, как только я попробую вот этот бифидокрем, да, как только закончится мой любимый кофейный, я его попробую, обязательно с вами поделюсь результатом. Также я посмотрю, как на них лежит косметика и можно ли их использовать еще и под косметику. Ну, вот это точно можно, потому что я накладывала его вчера под косметику, и он впитался с утра, и потом я нанесла, не было никаких проблем, не катался совершенно ни тональное средство, не катался, ни консилер, то есть супер-супер. Крем-гель, максимальное увлажнение, лифтинг плюс анти-эйдж. Ну, потрясающая вещь. Антивозрастной уход, повышение упругости, натуральный состав. Ну, тут я даже не спорю. Что, соответственно, он из себя представляет? Это очень легкий крем. Он способствует динамичному, равномерному распределению влаги во всех зонах лица. То есть он мгновенно впитывается, стянутости нет, устраняет сразу это чувство, ускоряет клеточный обмен, способствует устранению дисбаланса влаги на коже, улучшает цвет лица. Могу подтвердить, да, действительно это есть. Что в составе? Так, масло жожоба, виноградные косточки, друзья, сок алоэ, то, что снимает раздражение, облепихи сок, мед, семена льна, сумасшедший состав, ребята, агар-агар, пектин, депантенол, витамины А и Е, при том, что это легкий крем, гиалуроновая кислота, экстракт мяты, мати мачехи, крапивы, корни лопуха, петрушки, гинка белоба, и, соответственно, натуральный консервант. Что я могу вам сказать? Ребята, я в восторге. То есть вещь дешевая, вот действительно дешевая. То есть пока еще никто не просек, что это можно купить. Это не дефицит пока еще. Гель-крем, максимальное увлажнение, лифтинг, анти-эйдж, кофе три от компании VIX Cosmetic. Консистенция, сейчас покажу вам, я уже начала им пользоваться. Это такой мусс, смотрите, вот видите, вот такой мусс, он как будто взбитые сливки. Он имеет аромат натурального зеленого кофе. Это вот если вы когда-нибудь покупали кофейные зерна зеленые, очень напоминает, но плюс еще ароматы трав здесь добавляются, которые, соответственно, содержатся, да? И это максимально увлажнение лифтинг. Он потрясающе расходится по коже. Смотрите, как маслица, как взбитые сливочки. Он дает холодок. Те, кто любит ощущение прохлады, ну а я думаю, что летом все-таки, особенно в отпуске, друзья, особенно у тех, у кого может быть жирная кожа или кожа, которая нуждается в сильном увлажнении. Это вот, посмотрите, какой он экономичный. Смотрите, как он, вот он прям по всей руке разошелся. Вот такая вот капелька, которую я добавила. И он полностью практически впитывается. То есть он дает ощущение, как будто бы вы только что вашу руку окунули в воду. То есть вот такая влага. Очень удобный в нанесении. Также легко сидит под макияжем. Он не прыгает, не бегает, никуда не ползает, не раздражает и снимает это раздражение. То есть я заметила, что после нанесения его, особенно вокруг крыльев носа, где-то вот где есть какие-то раздражения, они уходят, они светлеют. И следующее средство, которое я уже попробовала, это вот такой их же, то есть это тоже VIX Cosmetic, вот здесь вот написано их название их компании здесь всегда есть, и это серия Greeny, то есть это серия вытяжек из растений, таких вот шейков, тоников для сухой, чувствительной, обезвоженной кожи. То есть для тех, кто страдает ощущением стянутости в течение дня, либо вы ездили на пляж, ездите загорать, и у вас потом ощущение неприятное на коже, какие-то раздражения, ожоги и так далее. Это органическая серия. И здесь, соответственно, в этом ягодном шейке, тонике, мы видим состав.
Формула увлажнения не содержит спирта, успокаивает, активно тонизирует и оздоравливает кожу, препятствует возникновению ощущения стянутости, сухости. Тоник необходим для тех, кто по какой-либо причине не использует для омывания воду. То есть это же там содержится. Это отвар ягод малины, клубника, мыльный орех и серебро. Друзья, это потрясающе. Также здесь есть шалфей, ромашка, цветки липы, хвощ полевой, лист малины, рябина, красная, корень девисила и, соответственно, лизобактерии. Представляете, то есть то, что вот мы пьем, бактерии, которые помогают восстановлению нашей среды внутри нашего организма, да? Здесь есть тоже и лактолиз. Это целый комплекс жидкий. Также есть витамин Е, глицерин и экстракт алоэ веры. То есть обратите внимание, везде есть экстракт алоэ вера, везде есть витамины Е, обновляющие кожу и улучшающие кровоснабжение, и везде есть бактерии. С осторожностью под глазки может чуть-чуть пощипывать. Такое ощущение чуть-чуть бывает стянутости. Это, ну, это лично у меня. У меня очень сухая, чувствительная кожа под глазами, поэтому будьте аккуратны, если у вас совсем ничего нет под глазами. Я имею в виду крема, на голую кожу, может быть, не стоит. Но в целом ароматы потрясающие, друзья. Хороший диспенсер, то есть мелкий довольно. Такой не липкий, он быстро впитывается, он дает даже, знаете, ощущение матовости в такой на коже. Ну и, друзья, у нас с вами осталось три средства, которыми я также хотела бы с вами поделиться. Потрясающие вещи. Состав. Обычно я обращаю внимание именно на состав, а здесь он богатейший. Это бифидокосметика, серия, также Викс Косметик, с потрясающей ценой до 300 рублей, ночной антивозрастной крем для лица 40+, не пугайтесь, это именно бифидокомплекс, который поможет вашей коже восстановиться, снять абсолютно все раздражения, прыщи, и это очень поможет, я так понимаю, и вашим детям в том числе. Смотрите, какой здесь состав, потрясающий состав. Читаем. Минеральная вода, масло кокосовое, лецитин. Далее глицерин, все увлажняющее, мед, молочная сыворотка, отвар смородинового листа, экстракт черники, лизаты, бифидобактерии, пищевой концентрат. Друзья, это кушать можно. Это... Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что они все замечательно впитываются. Я сегодня при вас наносила на эту руку три средства. Посмотрите, какая приятная, мягкая кожа. Смотрите, как все впиталось. Нет никаких ощущений липкости. Следующее средство, которое я приобрела, это мусс энергетик с лифтинг эффектом против старения кожи, замедляющий процессы старения кожи, повышающий упругость и эластичность. Это для лица средство. Здесь в составе масло миндаля, зеленого кофе, какао, ши, авокадо, кокоса, глицерин, коллоидное серебро, косметическая основа лизобакт бактерий, козье молоко и концентрированные отвары зеленого кофе, миндаля и гиалуроновая кислота. Это очень дорогие составы, друзья. Это потрясающе, то, что это можно приобрести за 300 рублей, условно говоря, да, там до 300 или чуть больше за 300. Это просто успех, я считаю, с моей стороны, такое хорошее приобретение сделать. Следующее средство и последнее на сегодня в этом заказе. Coffee Tree, также серия Vicks Cosmetic биобальзам регенерирующий латте. То есть это для кожи век, для ухода за возрастной кожей. Подтяжка, регенерация. Посмотрим, что содержится здесь. Еще раз говорю, составы просто потрясающие. Масло ши, какао, миндаля, кедра, примула вечерней, зеленого кофе, рыжиковое масло. Для тех, кто не знает, рыжиковое масло убирает сосудики, убирает розацею. Глицерин, коллоидное серебро, косметическая основа. Также это будут бактерии. Дальше сыворотка. Концентрированный отвар зеленого кофе, белый мед, сок личи, экстракты. Эхинацеи, корня лопуха, петрушки, то, что снимает отечность, СО2 экстракт левзеи, пчелиное маточное молочко и липоевая кислота.
эфирное масло пачоли, экстракт черной икры, ну просто застрелиться, друзья, такой состав. И, соответственно, смотрите противопоказания, если у вас на что-то из этих натуральных средств аллергия, обращайте, пожалуйста, внимание на состав. Итак, я очень счастлива, что я приобрела такие замечательные средства по столь низкой цене. То есть, в принципе, раньше я бы заплатила за одно средство, которым я пользовалась, как за весь этот заказ. То есть, в принципе, я очень счастлива, я очень довольна. Целый заказ по стоимости одного крема от Lancôme. Это просто счастье. Причем в кремах от Lancôme я не вижу таких составляющих, как в этой косметике. И, в общем-то, результата такого, как от этой косметики, не вижу. Поэтому очень всем вам советую. Итак, друзья, спасибо, что вы были сегодня со мной. Я благодарю вас искренне. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и задавайте мне вопросы. Я отвечу на них подробно. Также я обязательно сделаю отдельное видео о том, как я использовала все эти средства и каков результат. Я очень хочу, чтобы мои видео приносили пользу. Спасибо большое, удачи и будьте благодарны за все, что имеете.